Погорали в Адлере две туши, отдыхают пятый день подряд. Вот такие русские Катюши превращают Адлер просто в ад. Алло, мам, ты была права, мне не нравится за этим замужем. Вообще, он от меня требует какую-то еду постирать, погладить, забери меня. Когда мы сексом займемся? Я устала, спать хочу. Да, спи, спи, милая, это не тебе, я по телефону разговариваю. Представляешь, сегодня одна в магазине меня нахуй послала. Ты что, обиделась? Ты мне пойти не в чем. Здравствуй, лейтенант Баргаев, что-нибудь запрещенное везем? Багажничек откройте. Это что? Не готовит, не стирает, не убирает, да еще и мозгу носит. Счастливого пути. А что, так можно было, что ли?